Теме интересно же всем быть частью вот этой культуры какой-то и неизведанной, таинственной. Я сначала когда узнал про Бабаджи, посмотрел в России, какие вот есть места, связанные с Бабаджи, нашел, что есть в Окунево есть ашрам. Приехала домой, сказала: мама, я поеду жить, зимовать в Окунево. Мама у меня там в истерике, в слезах, дочь в секту попала. Несколько раз пытались разжечь именно противодействие между христианством и родноверием, да? Выдирали. Вырывали вот туда приносили его, там пытались в тару выкинуть, но так и не выкинули.